Добрый вечер. Так, так, так. Ребята, всем здорово, всем привет, опять Punch Club у нас в прямом эфире. Как вы помните, мы в прошлой серии сделали очень много дофига всего, но самое главное, что нас интересует, это чемодан. А он, падла, сидит тот открытый такой, и так и норовит руку укусить, когда ты к нему прикасаешься. Ну, мы не об этом. У нас с вами дальнейшее развитие нашего силового мужика, силового билда. Вот, и мы с вами без еды, в холодильнике ничего нет, с 50 баксами. Завтра у нас бой, отправляемся на карту. Давайте пойдем. Так, ну смотрите, мы можем пойти покушать, закупить. Можем около бара завалить мужиков. Наверное, это будет оптимальный вариант. Можно даже с бара начать. Я, правда, не уверен, что... они меня там ждут. Проверить себя. Эй, пару дней ты такой нетерпелив. Нет, все, забыл уже. Да ну, давно просто снимал прошлые серии. Так, здесь у нас офис, тренажерка. Ну, тогда предлагаю купить жратвы и поехать... Куда поехать? Покушать ее и отправиться зарабатывать деньги на пиццы и попробовать крокодила вальнуть первого. Давайте закупим с едой кусок мяса. А, вот это нам жизнь восстановит лучше, да? Значит, лучше пиццей закупаться. Смотрите, она здоровье восстанавливает лучше. Пык-пык-пык. 4. Да давай все 5. Все 5 возьмем. Джей Боб, привет. Так, отправляемся. Сначала перекусим. Может, даже на автобусе, чтобы быстренько. Слегка покушаем. И... пару раз, да? Даже 3 раза. Музыка все-таки меня восхищает. Молодцы, ребята, подобрали такое. Она вроде ненавязчивая, и как... это когда новая мелодия начинается, главное, к старой уже привык, а вот новая начинается, и прям душа такая... У-у-у! Давай, играй гармонь, как говорится. Хотя нужно было ехать за деньги. Так, а специальные пиццы давайте попробуем спросить. Я, правда, не уверен, что крокодила я смогу победить с такими статами. А ведь он меня вальнет. Кейси, почему твоя пицца пользуется таким спросом? Хе-хе, все из-за секретной добавки, лысый. Индийский спец. Так, а для постоянных клиентов я добавляю еще больше специй. Хочешь попробовать? Конечно. Вот, держи. Ммм, она такая вкусная, и в ней столько специй. Вот бы мне попробовать. Кстати, не поможешь мне доставить пиццу особому заказчику? Конечно, без проблем. Уху, здорово. Доставка пиццы. Положи на землю и уходи. Эй, а как же деньги? У нас есть особая договоренность. Просто положи пиццу и уходи. Ничего не знаю, никаких договоренностей. Гони бабло. Ты слышишь странный и страшный звук. Опа, здорово, я крокодил. Ну ладно, попробуй, забери. Победить Билла. Ну, в оригинале должно быть убить Билла, как вы понимаете. Так, кто он у нас? Крокодил 445. Билл Мюррей, наверное. Ну, в принципе, у нас все то же самое. Так, апперкот 10-8, а это 12-10. Ну, давайте 10-8 пока. Так, у нас дебошир. О, смотрите, а здесь ставки рисуются. Я прям вижу. Давайте, ребят, делаем ставочки. Пишите решеточка вин пробел. Цифру, значит, вы столько ставите на мою победу. Либо решеточка луз, пробел, циферки, значит, столько вы ставите на мой проигрыш. Если честно, я бы на вашем месте на проигрыш ставил. Вот те, кто 204 очка поставил, те немножко впереди, я так понимаю, да? Немножко знают, что с чем едят. А некоторые вообще самые умные вообще не ставят на этот бой, потому что здесь предсказать очень тяжело. Ну что, я думаю, давайте мы будем секунд 20-30 отделять на то, что вы делаете ставочки. Так что... Воу-воу-воу-воу, смотри, поперл. Все, хватит, ставки больше не принимаются, бой! Опа! Кто кого, я его или он меня? На! Ой, хвостом! Так, у кого энергия быстрее кончится, то ты просрал. Он тоже силовик, я так понимаю, да?
Ну, пока мы как-то вровень вообще идем. Правда, я бью его, он вообще что-то стоит, уклоняется только. Так. Ну, в принципе, тут менять нечего. 92-92 у нас с ним. Давай. Так, Витя пишут, силовик очень непредсказуемый, можно проиграть при перевесе в 7 плюс статов. Ну, это если неграмотно прокачать его, да? Слушай, ну я, кстати, хорошо блокирует он у меня, трешка только проходит. Но, видимо... у него инка кончилась. Прощай, крокодил. Такие два сдохших чувака стоят. Я победил. Молодцы те, кто ставили на победу. А ставки, ребят, принимаются только перед началом первого раунда. Дальше можете не писать, это бессмысленно. Ну что ж, мои поздравления. Неплохо, кстати, подняли с него печенек. Это был хороший бой. Победить Билла выполнено. Приходи позже, мой брат Марк захочет подраться с тобой. Это было странно. Хорош. А что вы получите, если наберете большое количество очков? Вы получите скидку на Punch Club, на сам, вплоть до 75%. Так что, если вы хотите эту игру, по-моему, это очень даже неплохо. Так, ну что, значит, подобрали мы с вами огромное количество печенек. Давайте теперь думать, как мы развиваться будем. Во-первых, давайте издалека начнем. Ну, придем, что такое размазать их? Модификатор ударов, если навык активен, все удары, не достигшие цели вследствие уклона. Так, фигня. Так, мышечная память. Так, ну пойдем мы вот сюда, да, через фокусировку силы. Сюда можно прийти, либо через... А, тут можно тремя путями прийти. Так, один нижний путь идет через... Через что? Через мощный апперкот. Выходит. Идет. Контратака может быть... Так, что... Мясной молот. Так, тройной удар. Так, крепкий орешек, смотрим. Персонаж отправляется в нокдаун. Существует шанс, что выйдя из него он восстановит 30% запаса энергии. Так, мышечная память 2. Так, блок, если любая атака... О, блоки улучшенные. Смотрите, любая атака противника заблокирована этим навыком, сила персонажа временно возрастает. О, вот это круто. Вот это вообще must-have, я считаю. Значит, нужно через силовой блок идти. Вы представляете, сколько силы можно настакать? Один раз заблокировал, а потом в ответку как двинул, как знаете, как бетонным блоком каким-то. Такой схватил бетонный блок на 100 килограмм. На, в лицо ему. Он такой, о, классно. Ох, аж прямо взбодрило меня. Но, блин, там, знаете, в чем проблема? Там ударов толком нет никаких. Рассечение бровей только. Фигня. Боксерский хук. Так, клоузлайн. Так, а там какая-то еще боксерские бафы были, я помню. Боксер, вот. Увеличивает шанс всех боксерских способностей на поражение цели. Влияет на навыки боксерский удар, боксерский хук, боксерский кросс, боксерская серия джебов. Что такое боксерская серия джебов? Боксерский удар, боксерский хук, боксерский кросс, боксерская серия джебов, боксерский кросс, серия джебов, вот, серия ударов, наносящая неплохой урон. Чем больше таких ударов уже нанесено, тем больше шанс их повторного нанесения. Странная какая-то штука. Так, хорошо, значит, мы пойдем через боксера, да? Через силовой блок попробуем пройти. Соответственно, чтобы пройти через силовой блок, нам нужно пройти через рассечение. Так, широкая кость. Если навык активен, любая блокировка персонажа ударом приводит к снижению ловкости противника. Фигня. Так. Да, значит, через боксерский хук надо идти, а чтобы его взять, нужно брать боксерский удар. В принципе, тут больше никуда не денешься. Конечно, можно было через мощный апперкот пойти, ну ладно. Вот это классный удар, клоузлайн, но он не является боксерским ударом, к сожалению.
А так, прикинь, за 4 энергии. А, стоп, а почему они так, такие... Так, такие неточные? Вот этот боксерский удар хороший. Но очень хреновая точность. Заменяет хай-панч. А это заменяет удар рукой. Понятно. То есть, по сути, я буду пользоваться боксерским ударом вот просто до бесконечности. Может тогда взять... Ну ладно, боксерский удар. Договорились. Пойдем сначала в силовой блок залезем. Так и быть. Но потом нам в любом случае нужно будет до боксера как-то идти. Боксер через... Наверное, пойдем через низ, через тройной удар, через мышечную память. Выйдем на немного мотивации и боксера. Ну, то есть вопрос, блин, что лучше брать было первым? Возможно, первым лучше было бы пойти на, как раз-таки через низ, через тройной удар. Эх, что-то как-то я похватился поздно. Ладно, в любом случае пригодится. Так, давай, мне деньги нужны. Странно, почему такой большой кусок прилетел в прошлый раз? Так, видите, два дня назад маленький баг был, можно потестить. Так, открой цепочку с квестами. И нажми на любой выполненный. Бот должен засчитать как выполнение и начать раздачу 100 халявных очков. Не. Убрали. Халявы больше нет, ребят, в этом мире. Так, ладно, денег заработали. В принципе, нужно идти домой и выспаться просто. Просто поспать. Давай, на один час больше сна. Пык-пыры-пык-пык. Спим, спим. Энергии набираемся. Давай, у нас там бой, кстати, уже висит. Ну давай, лучше спать надо. Интенсивнее спи. Квыч-квыч. Хотя мы, наверное, скорее всего, надо было после боя это сделать. Все равно у меня сейчас снизится все. Ну, пошли в бой. Так, что у нас там новенького? Апперкот снять, боксерский удар поставить, я так понимаю. Ну, энергию я теперь терять вообще не буду. 8-4. Ставочки делаем, да, ребят, не забываем. Ленни Московиц. Боксер, смотрите. Долгоиграющий. Курин Бетс, почему-то пробел. Не знаю, видать, что-то разъединилось. Так, у вас буквально 5 секунд до завершения. Раз, два, три, четыре. Поехали. Не знаю, кто-то сломал бота, ребят. Раньше писали. Итак, смотрим. Странно, ребят, что-то глюкнуло, написал бот, что ставки окончены, типа, и все. Не знаю, какие-то баги. Так, что-то я тут, я смотрю, комбо выписываю сумасшедшие какие-то. Ставим на голубей. Они плохо, кстати, даже обычные удары по девяточке выпиливает. Точность довольно-таки хорошая у этого удара. Ну, вообще уронил парня, он ничего не светит. За один раунд, ребят, просто его укатал. 20 денег заработал, минус 20 здоровья, ну ладно. И поздравляю тебя с третьим местом в лигере новичков. Это выглядело очень просто. Спасибо, ты выглядишь расстроенным, что-то не так? А, это все мои долги. Ты знаешь, я задолжал кучу денег Дону. Деньги? Дон? Куда ты вляпался? Я всего лишь хотел драться и не ради денег. Да, я знаю, но мне так нужны были деньги. Может, ты сможешь мне помочь? Можешь вздремнуть во время третьего раунда? А, понятно. Он пытается бабки. Я отвечаю ему, что иди-ка ты в задницу. В общем, расскажи обо всем Мику. Он умный человек и может
что-то подсказать. Слушайте, как-то я быстро вообще по сюжету иду, я вам скажу. В прошлый раз у меня, наверное, на 56-м это все случилось. Сильвер задолжал бандитам кучу денег, просит меня слить бой. Однажды он уже предлагал это. Собственноручно. А, проделал это собственноручно. Знаешь, он ведь был чемпионом. Сильвер был моим учеником, он должен был вернуть медальон после того, как закончил свою бойцовскую карьеру. Вернуть твой медальон. После смерти твоего отца я забрал медальон. Вы с братом были слишком маленьким, чтобы обладать им. В правильных руках его сила поистине безгранична. Да? Никто не знает, откуда взялся этот медальон. Он обладает способностью пробуждать силу, скрытую в своем владельце. С древнейших времен всегда были люди, служившие, чтобы защитить его. Шли годы, люди, оберегающие медальон, менялись. Более 20 лет назад твой отец и трое его друзей поклялись охранять медальон. Я был одним из них. Мы назвали себя Punch Club. Мы выбрали красную пробку как наш секретный символ. Медальон должен был оставаться в Punch Club. Это очень мощный артефакт, и я совершил ошибку, отдав его Сильверу. Он по праву принадлежит тебе. Артефакт? Это странно. Думаю, мне следует забрать его у Сильвера в таком случае. Сильвер, Мик рассказал мне все, где медальон. Видимо, рано или поздно это должно было всплыть. Мои долги перед Доном. Мне пришлось расплатиться медальоном. Ты отдал магический артефакт Дону, гангстеру. Что ты вообще наделал, говнюк? Я не знал, что делать. Он пригрозил убить меня и всю мою семью. Что мне было делать? Ладно, успокойся. Видимо, мне следует навестить Дона. Хорошо. Дон-ди-дон-дон-дон. Дон-ди-дон-дон-дон-дон-дон-дон. О, смотрите, у нас новый уровень. Снова. Так, ну что, мы пойдем, может быть, через широкую кость пройти тогда. Что она дает? Если навык активен, любая блокировка персонажем удар приводит к снижению ловкости противника на 20%. В свою очередь, ловкость, сниженная на 20% у противника, увеличивает шанс попасть по нему и уменьшает шанс попасть по мне. В принципе, боксерский хук — это фигня, как вы видите. С точностью 46 я ни по кому не попаду. Поэтому уж лучше взять, наверное, широкую кость. В конце концов, сейчас, например, она и пригодится, я думаю. Потому что она будет тратить мало... Точнее говоря, я и так трачу мало энергии на свои удары. Соответственно, у меня вот то, что ожидание ударов стоит, оно лишнее сейчас. Поэтому я беру его. Опять я переиграл все, да? Но я иду до силового блока. Я хочу силовой блок взять. В принципе, уже скоро возьмем. Так, боевые лиги, записаться через 2 дня, у нас тут что-то будет. В принципе, мы можем себе позволить зайти потренироваться. Наверное, это хороший вариант. К Дону сейчас не пойдем. Хоть и надо. Хотя, почему бы и нет. Давай сходим к Дону. Тут пешочком можно прогуляться за часик. Да, я действительно очень быстро до Дона дошел, как видите. Приветствую. Сильвер прислал меня и сказал, что у вас есть кое-что, что мне нужно. Действительно, вообще да, эта вещь, она у меня. Но у меня были свои планы на нее. Может, я могу предложить что-то взамен? Дай подумать, может быть. Слушай, ты же боец. Скоро намечаешься серьезный бой. Не хочешь поучаствовать? Если я держу победу, вы отдадите мне медальон? Конечно. Есть только один момент. Тебе нужно иметь профессиональную карту бойца, чтобы участвовать. Но у меня пока нет карты. Жаль, мой мальчик. Тогда вперед. За картой. Окей. Так, а что ты там еще хочешь? Какие новости? Я хочу участвовать в грандиозном бою. Какие новости он сейчас скажет? Я что, новостной киоск, что ли? Да-да-да. Не беспокой меня, говорит. Хорошо. Так, тех мужиков-то, которые за баром, можно помутузить? Попрессовать чуток? Давай зайдем, посмотрим.
О, отлично, можно, ребят. Делаем ставочки. Сейчас посмотрим, может быть, бот активировался снова. В принципе, здесь должна быть моя победа, так что ставьте все на выигрыш. А, кстати, давайте. Да, вот бот опять заработал. Так, что я там взял? Какой-то... Вот, эффект «Широкая кость». Навык активен. Давай попробуем взять. Пока его. Буду боксерскими ударами лупасить, блокироваться. Во-во, ставки пошли. Ставки растут. Во, кто-то двадцаточку на проигрыш поставил. Нормально. Тут спрашивали, а где дополнение? Дополнение, оно как бы вшито в основной сюжет. С чемоданом связанным. Ну все, 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 все. Тормозим, да? Процесс. Кто не успел, тот опоздал. Поехали. Бам, бам. Борис, я вон сколько бил, 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 бил. А энергии дофига. Бч. Я как из пушки, смотри, его долблю. Бч, бч, бч. О, нифига себе, а почему я блоки-то не делаю? Бах. Ну, тут у него не было шанса, конечно. Мы сейчас, говорит, на выигрыш поставим, а вдруг бой договорной. А ты прошаренный человек. Действительно, а вдруг? Так, остальные очередные печеньки получили. Надо отдохнуть. Значит, через 2 дня, на 20-й день сюда можно будет прийти. Запоминайте. Так, что дальше? Тренажерка. Спорттовары. Нет, погоди. Боевые лиги. А, через 2 дня. Ну, значит, в тренажерочку. Либо можно, смотрите, сейчас накушаться до отвала и прям в тренажерке 3 дня просидеть. Пошли, купим, наверное, в магазине покушать. И прям в тренажерку до бесконечности запилимся. Так, что возьмем? Давай пару кусков мяса, пару пиц, тройку. Остальное останется нам. Привет, дом. Опа! Что? Опять этот чемодан меня начинает доставать. Во-во-во, продолжение, ребят. Я кушать хотел, куда меня отправляют? Подожди, да я поем. Ах, чемодан. Так, смотрите-ка. Очередное какое-то событие. Ну зачем я вернулся домой? Я хотел покушать. А если я отменю? Нет, не получится. 2 часа тратить или 4 денежки? Давай 2 часа потратим. Привет, док. Что-то ты не очень веселый. Да так, кое-какие проблемы. Я, кстати, дока еще не открывал, он вдруг появился. Дай угадаю, произошло какое-то преступление? Да. У меня из подвала украли лазер. Зачем ему лазер? Кто мог упасть так низко, чтобы украсть у ученого лазер? Действительно. Кто посмел? Не знаю. Мама сказала, что это были какие-то чуваки в масках животных. Ты уже обратился в полицию? Ну, я бы не хотел, чтобы они знали, что у меня в подвале был лазер. Логично. Черт побери. Не нравится мне все это. История с чемоданом и ограблениями. Я попробую тебе помочь и вернуть лазер. Как знаешь, я уже не надеюсь увидеть моего малыша. Прикол. Я его не знаю еще. Прикиньте, а он уже есть. Я, кстати, не знаю, почему я его не знаю. Каламбур немножко вышел. Так. Вот это кусок дополнения. Блин, и это вот размазано по, я не знаю, скольки количеству, по какому количеству всего. Так, давай все-таки покушаем. Вот так вот покушаем. Пык-пык. Вот, и отправимся. Поработаем в тренажерном зале. По полной программе. Можно было, кстати, еще на Сильвера денег оставить. Он печенек дает. Но ничего, я в качалку. Так, что будем качать? Давай долбить колесо. А я пока чат почитаю. Видите, это пасхалка на Хотлайн. Хотлайн Майами, наверное, да? А, чуваки в масках животных, это отсылка на Хотлайн Майами. Ну да, кстати, там они в масках животных. Но это такая пасхалка, которая сквозь всю игру проходит, знаешь? Конец дня.
Ну, вот сейчас мы целый день будем долбить колесо тут. Так, подолбили колесо. Давай теперь что-то жать будем, какую-то фигню. Хоп-хоп. Хоп-хоп. Ну, сейчас выносливость накачаем. Кстати, чем больше выносливости, тем меньше точности. Ну, в принципе, тут сила и выносливость, они в знаменателе находятся моей точности. Соответственно, чем больше силы и выносливости, тем меньше моя точность становится. А, соответственно, ловкость в числителе. Витя, почему ты снова ее проходишь? Допросили? Так, Витя, что-то с ботом не так. Я тут ни при чем, ребят. Я всего лишь играю в Punch Club. Витя, ты качаешься на силу. Это вопрос или что? Так, шестерочка, шестерочка силы. Давай грушу помутузим. Витя, мне надо делать уроки. Но я не могу выключить стрим. Витя, отпусти меня. Слушай, делаешь очень просто. Включаешь стрим и делаешь уроки рядом. Все. Бинго. Витя, кого допросили? Не знаю, о чем ты вообще. Блин, опять я силу профукал. Так, ну в принципе у нас сейчас сражение где? В темной лиге, в подпольной, да? Все, я хочу кушать уже. Качался, 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 качался. В конце концов остался с тем же, с чем был. Косяк. Либо сейчас можно поехать быстренько домой. Пожрать там в холодильнике что-нибудь. Должно быть мяско. И погонять коврик в коридорчике. Давай погоняем коврик. С шестью силами будем заходить на турнир. Отлично. Все, коврик погоняли, теперь можно и в бой. Как я отношусь к школьникам? Ну, знаешь, я когда-то сам школьником был. И... Ставки, господа. Так, Витя, игра слов. Тебя спросили, зачем проходишь снова? Ты ответил, допросили. Вот и спрашиваю, кого допросили? А-а-а, да, просили, допросили. Все, я тебя понял. Так, Рой Джексон, ребят, это наш дружбанище. Он, кстати, хоть у него статы маленькие, на самом деле он лупасит, дай боже. Так что тут можно и облажаться. Надеюсь, не сможем. Так, 5-10 у меня здесь стало. 10-5. Здесь все то же самое. Меньше ловкости Роя Джонсона. Так, кросс, смотрите, у меня сейчас бьет 14-11. 14-11, неплохо, кстати. Так, 25 тысяч уже понаставил народ, 380 на проигрыш. Ну, мне кажется, хватит, да? Все равно бот не работает, говорят, да? Поехали. На, 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 на! Ой! Ой, ой! Рож, Рой, ты чё? Ты ж дружбан мой, мы с тобой бухали в баре, помню. На, на, на! Бум, бум, где блоки-то, ты чё? Ой, Рой, извини, я не хотел. Ой, жена не узнает, его жена. Как там, сестра не узнает. Придет мясная котлета такая. Давайте мы его побьем, сейчас пойдем с ним бухнем потом, сразу после этого. Надо ублажить дружбана. Такие у ворота, ногами друг друга пинаем. Все, Рой. Все, готов. Готов, я сказал. Лежать. На полу лежать. Вот это неждан. Вот это неожиданность была сейчас. Я что-то аж прозрел. Ну, я думаю, мы справимся все-таки с ним. Осталось-то чуть-чуть. О, с одного удара прям отправили. Так, Витя, ему заплатили, чтобы ты проиграл. Так, 40 денег, 2 печеньки. Ну, главное, 40 денег, кстати. Так, хорошо, Рой Джонса вальнули. Когда там у нас следующий бой? Завтра. Соответственно, нужно опять где-то силу еще накачать. Где-то набраться силы надо. Я не думаю, что выносливость умеет соскочить. А вот силы надо набраться. Так, ну за эти деньги мы можем пойти в тренажерном зале попинать чувачка, да?
Он нам даст еще пару печенек. А, кстати, 20-й день. Я говорю, на 20-й день надо в бар сходить. Там попинать чуваков. Пошли. Ух, блин, как долго пешком-то. Едем. Так, очередной бой. Делаем ставки, господа. Не забываем донатить. Не забываем донат присылать. С запросами на музыку и прочее, прочее. У тебя... Не дали, горит. Ну, вы можете сразу делать ставки, вдруг потом дадут. Видите, я так, первую часть не смотрел или не досмотрел. Здесь все то же самое, что и в первом, только все, что связано с чемоданом, оно вот из DLC. Сидечка спит, да. Все, я готов, поехали. Какой-то Клаус, кстати. Как бы не огрев я от него. Хотя он пока только защищается, ногами бьет. Так, у него энергии много, надо, наверное, ставить энергию. Он меня хочет это через... Ох, классно я попал, да? Так, надо через энергию идти. Это снимаем. А то он меня сейчас ронять начнет просто. Он меня просто будет ронять. На! О, нормально, душу я ему пробил, да? Бам! 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 Ух, вот это я как кувалда. Человек-кувалда, ребят. Так, Витя, если будешь проигрывать, то выключай игру. Да ладно, почему нет-то? Витек, как проверить счет очков? Да я не знаю, вам бот все должен писать. Опа! Все. Так. Все, ты меня не пошлешь куда-нибудь? Нет. Не посылает. Так, 10 печенек уже набрали. Так, в тренажерку. В принципе, можно там до вечера провести в тренажерке. Да. Давай-ка спарринг. Очередной бой, ребят. Вон, rewards, tinybuild.com. Вот на этом сайте нужно проверять. Хотя, говорят, там нифига не обновляется. А, слушайте, а может быть там система вот эта вот, знаете, которая... Ставки занерфили, да, раньше в два раза перевес был. То есть... ставишь там 4000, выиграл, значит на тебе 8 получаешь. Возможно, они сейчас сделали, что ставки на победу и поражение как бы уравновешиваются. Вы получаете коэффициент от разности между победой и поражением. Скорее всего, так. Так, ну кто-то понаставил на проигрыш, ну и ладно. Бой. Я, конечно же, должен выиграть. Эй, я сказал, я должен выиграть. Эй! Так, мне звонит телефон. Так, но я явно победил. Витя, все работает, все обновляется. Не верь. Спасибо тебе за поддержку, человек. В смысле, я, конечно, верю всем своим зрителям, но ты в меня уверенность вселил, что действительно все работает. Так, значит, мы с вами приближаемся к силовому блоку. Теперь у нас рассечение брови будет. Что это такое? Давай, так. Удар, вызывающий дезориентацию противника. Интересно, смотрите, повреждение 1 плюс 1 равно 7. А, 1 плюс 1 от силы равно 7, все, понял. Туплю, извините.
дезориентация противника. Но я вряд ли буду этим орудовать, но вот силовой блок я взять хочу. Так что, как проходной талант берем. Но зато скоро у нас будет силовой блок. У-ху! Классно. Так, значит, я хотел пойти натренировать силу себе, чтобы она у меня, когда следующий день наступит, не свалилась. Давай колесо мочить. Или не, погоди. Не-не-не, стой, вот эту штуку давай потягаем. Ведь у меня такой же телефон, как у тебя. Ну, я счастлив. Мы с тобой, значит, обладатели одинаковых телефонов. Девчонки, девчонки, смотрите на меня, смотрите, как я качаюсь. Смотри, какие у меня мышцы, какие бицепсы, какие трицепсы. А? А? Понятно. Они меня не видят. Давай, ловкача немножко двинем. Вперед. Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Все равно сейчас спадет до двушки. Сейчас еще кушать захочется, как обычно. Ну да. Ну, в принципе, что... В принципе, что? Можно, да. Так, покорми-ка меня, большая черепаха. А что есть? Я помогу тебе в последний раз. Все, меня покормили. Замечательно. Больше он не будет меня покормить. Хотя вроде как еще можно попросить. О, ребята, рука какая-то ползает по мне. Мурашки по коже пошли от страха, да? Витя говорит, ты наркотик, я уже спать собирался. Отпусти человека спать. Человек, иди спать. Отпусти человека спать, типа наркотику говорят. Странно все это выглядит. Попробуем давайте пицце чуть-чуть подработать на пицце. Деньги все равно нужны. Доставить пиццу. Поехали. Так, предстоящий бой сегодня, Лига новичков. А, я, кстати, там с Лиги новичков могу денег вытащить. Ну, сейчас здесь уже тогда доедем. Стоп. Стоп, машина. Витя, а что вкуснее, яблочная груша или груша яблочная? Я думал, яблочная груша. Коварная рука. Так, смотри, какие у меня бицепсы, трицепсы. А твой телефон так умеет? Покажи жену. Ну, покажи. Покажись. Сейчас покажу. Вот, показал. А, в бар с роем бухни. Все, сейчас все сделаем. Давайте сначала Лигу новичков, сделаем ставки. О, это какой-то крутой, смотри, Кик Слонан. Тебя сегодня так мало. В смысле, меня мало? Ну, мало это часть. Даже как будто квадратик. Квадратик на лице? Я понимаю, что ты мил. Ну, так смотрит. Я ничего не понимаю, что от меня требует, ребят. Делайте ставки. На проигрыш тоже ставки делайте. А то тогда те, кто выигрывают, мало получают. Да? Я так понимаю, те, кто выигрывают, получают ставки тех, кто проиграли. Они распределяют между собой. Вот, я так понимаю, как это действует. Да, конечно. Нет, нет, я просто из людей уже мало того, что донат запрашиваю, они просто делают ставки на мои бои. Вот. Я зарабатываю на тотализаторе на своих же играх. Все. Поддержал на 50 рублей со словами. Песня Павел Пламени. Последний день Бракибач Капачлус. Капачаклус? Бракибач Капачаклус. Я не знаю, что этот бот мне сейчас сказал. Он вызвал какого-то демона явно. Как я могу показаться, если твое лицо еле влезает? Как ты можешь показаться, если мое лицо еле влезает? Хороший вопрос. Сейчас, ребята, мы отправимся в бой. Поехали. Бам! Все, я его победил. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как бой! Ой-ой, ребят, я проигрываю. Я сейчас проиграю, чувствую. Ай-яй-яй. Ох, сейчас кто-то, кто на проигрыш поставил ставки, выиграет столько. Нет?
или не выиграет. Ну, погоди, погоди, перестань меня бить. Слушайте, а вот это вообще close call, как говорится, а? Сейчас кто-то выиграет. Или проиграет. Ну, видимо, я все-таки выиграю, да? У него энергия кончилась. Йо-хоу! Нет, тот, кто на проигрыш ставил, те проиграли. А выиграли те, кто на выигрыш. Хочу с тобой целоваться. Со мной целоваться не хотят. Я не встречал. Я не встречал. Так, какая у меня третья позиция в лиге, кстати, смотрите. Ух, нифига себе, я успел. Так, мистер Кикуза. Вот, кстати, мистер Кикуза очень крутой. Он меня в прошлый раз, я помню, убивал несколько раз, прежде чем я смог его победить. И Сальвадор Панчес тоже очень крутой. Что ж такое-то? По поводу того, что твое лицо в кадр не вылетает. Видишь, что пишут? Хорошего человека должно быть много. Тебя так много, что занимаешь всю веб-камеру. Что жена не влезает. Все в порядке. Я так понимаю, в следующий раз у меня Сальвадор Панчес будет врага во врагах. Как определиться, кстати? Непонятно. Витя, крутая тактика, блок вместе с пропуском атак. Вот такая, я так на нее и пошел. Так, все, ладно, иди спи. Ребенку вообще газовую камеру не мог открыть, поверь. Так, Витя, да, Сальвадор. Что, Сальвадор? О чем ты? Так, нам на 22-й день нужно будет сходить в бар. Там пару людишек умусировать. Так, 57 денег. Мне нужно за покушать сходить. И отоспаться. You are receiving an incoming transmission. Юнде поддержал на 50 рублей со словами: Витя, все, просто встань, уйди, пусть жена стрим продолжает. Хорошо, говорят, просто встань, уйди, пусть жена стрим продолжает. Нет! Давай. Я не хочу продолжать стрим. Давай. Нет. Нет, я со всеми поздороваюсь, уйду. Добрый вечер. Зачем мне продолжать стрим? Давай, иди стрим. Ты можешь поставить мое фото и продолжать вести стрим, пока ты начнешь. Можно тебя взять и рядом прикрутить, и все. 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 Сейчас счастье. Счастье, полные штаны будут у всех зрителей. Витя говорит, все ради денег. Почему тут ради денег? Витя, а ты красив, пишешь. И волосы как отросли. Ну, кто хотел жену увидеть на видео, в принципе, с ней проходить. Что мы там? А, Колобков проходили. Не так давно видео было. Слышишь, я рыжая. Так не знаю, как ты рыжая? Вот Витя обманщик говорил, что жена не рыжая. Пытаешься найти жену в моем волосах? И если только знаете, в каком смысле. Хитрющая разве что. Я даже не знаю. А так вот, даже не знаю. Сердечко спит, да. Витя говорит, ты Витя. Ты самый вообще... Вот знаешь, говорят, есть капитан очевидность, а ты уже просто там дальше матом. Все, иди, я скажу человеку, кто он есть. Зачем? Ты же говорил, что стрим без мата. Стрим без мата, ну, но я завуалирую. Просто адмирал Ясин... Все. Ясин красен, адмирал, в общем. Пусть будет так. А, что-то надо прикупить. Давай покушать возьмем. Я кушать хочу. О-о-о-о, я голодный. Накорми меня, человек, жена. Что ты опять? Ну что, 12 ночи, раньше надо есть. Все, ладно, успокоились. Так, отправляемся домой, будем там кушать и спать. Кстати, у меня со здоровьем проблемы, надо было побольше замороженной пиццы брать. Ну это в игре замороженная пицца, она больше здоровье восстанавливает просто. У тебя есть человек не жена или жена не человек?
Не понял, о чем ты? Ты сказал, все, иди, человек, жена. Вот я спрашиваю. Смотри, ночью встал, чтобы покушать. Видишь, какой мне герой главный? Весь в меня? Я ночью не встаю, чтобы покушать. Что значит весь в меня? Ты просто ночью не спишь и ешь. А, ну да, я просто не сплю и ем. Я пью и писаю. Не сплю и ем. Вот так вот как-то. Ух, нормально. Так, все палочки на максимуме. Так, сейчас будет 22-й день. Пошли тогда поотжимаемся чуток. Рой, с Роем бухать. А, с Роем бухать. Опять забыл. Да что ж такое-то? Все, пошли... Пошли ребят помутузим, которые рядом с баром. Сколько надо? 10. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Ставочки, ребята. Вдруг я проиграю. Так, ну что, ставки есть, господа. Пропуск атак, блок. Давай-ка мы, наверное, пропуск атак заменим на Костолома опять этого. В бой будем мочить гада. Бш, мимо. Ой. И в ответку ему смотри. Раз, снизили ему. Чё-то не показывают. Бш. Чё-то как-то... Бш, бш, бш. Ух, ё-моё, нифига себе. Я ему наплясал прям по лобасику. Так, видите, смысл ставить на проигрыш, если ты только в выигрышный бой вступаешь. Ребят, я вступаю вообще... Во все бои, я их не пропускаю. Стараюсь не пропускать. Не ставьте тогда. Бч, бч, как из пушки прям долблю, а? Мимо. На, свидание. Так, ну теперь-то мне дадут поход к мужику. О, отлично. Пожалуй, у нас больше нет достойных противников для тебя. Ты у нас теперь самый крутой. Цель достигнута. Я уличный боец. И, кстати, я по-настоящему начал тебя уважать. Взаимно. Я хочу попросить тебя об одном одолжении. Надеюсь, ты не откажешь. У меня есть брат-близнец. Он живет в трейлерном парке. У него возникли сложности определенного рода с одним соседом. Было бы здорово, если бы ты ему помог. Помню я этого соседа. Ему потом слуховой аппарат надо будет тащить. Так... Ну что, давайте сходим все-таки, наверное, бухнем с Роем для начала. Даже, наверное, на автобусе съездим. Чё цветочки я собирать не могу, я не понимаю. Ну-ка. Рой сказал, что ты любишь цветы. А, вот что я забыл. Да, Рой прав, я интересуюсь цветами. А какие тебе нравятся? Я тебе с удовольствием подарил бы букет. Да я смотрю, вы с братом и правда выдающиеся бойцы. О, как переключает, а? Я сказал, что интересуюсь цветами. Я собираю гербарий. Как-то она туда-сюда, да, скачет своих. Я бы помог тебе, если ты не против. Ой, правда, это здорово. Я не очень хорошо знаю город, если бы ты смог поискать для меня цветы в разных местах города, я была бы очень тебе благодарна. Не вопрос, я весь город обыщу. Опа! Есть первый цветок. Мне кажется, я нашел один подходящий цветок. Да, это именно он. Теперь надо найти еще 5. Искать цветы — отличное занятие для такого парня, как я. Рой, пошли бухнем. Ну, с ним. Ну, хрен с этими цветами. Сходить в бар. Ну чё, Рой, может в бар? А, давай. Ю-ху! Давай, 5 печенек, пожалуйста. Выгрузите мне 5 печенек. О, нормально, 50 баксов заработал. Ну я же говорил, что смогу разбить бутылку об голову. Да, детка. Отлично, при бабле зато. Супер. О, цветок нашел. Прикиньте. Вот, кстати, еще один нашел цветок. Так, осталось 3, значит. Может, у меня в каморке? Наверное, в коробке цветы есть. Ну-ка. Опа. Хе-хе-хе-хе. Я понял, это отсылка к Metal Gear Solid. Да, долго до меня доходит. Ну что ж, ладно, давайте прервем, ребят, серию на этом моменте. Мы с вами молодцы, мы сейчас пойдем, для начала сходим. Для начала, наверное, я потренируюсь. Накачаю себе все-таки 3 ловкости. Вот, заодно все остальное прокачаюсь. На коврике полежу, в общем, на своем.
схожу к брату этого Мика, или как там его, и, в общем, там что-то будет у нас веселое. А пока обязательно подписывайтесь на канал, в описании будут ссылочки и на плейлист этой игры, и на плейлист моего прошлого прохождения Ловкача, и на плейлист... какой плейлист? И на группу ВКонтакте, и на... Господи, на стрим, вот, собственно, где все это снимается. Все прожимайте, все используйте. В общем, жду вас в следующей серии. Пока-пока. Ба, гаси свет.